Я выбираю «Мираж». Мой бизнес в безопасности. Мы всегда под защитой. Ваше спокойствие – это лучшая награда для нас. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ксения Ванесова. Охранная организация «Мираж». Все виды охранных услуг. Монтаж пожарной и охранной сигнализации любой сложности. Ваше спокойствие – это лучшая награда для нас. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг большая часть Урала окажется в зоне холода с температурным фоном на 5-8 градусов ниже климатической нормы. Основные поля облачности и осадков раскинутся в северной половине региона, где проляжет фронтальная система, тогда как на юге из-за туч будет выглядывать солнце и обойдется без существенных дождей. В Екатеринбурге плюс 20, плюс 22, в Тюмени плюс 19, плюс 21, преимущественно без осадков. В Челябинске плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. В Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14. Днем в Кургане переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба. 2 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!